Виктор Петренко родился в деревне Борщевка Добрушского района в семье работников колхоза. 8 лет проучился в местной школе, после окончания которой поступил в одно из старейших учебных заведений области – в Гомельское государственное профессионально-техническое училище номер 30 речного флота. На протяжении 2 лет обучался по специальности слесаря-ремонтника промышленного оборудования. В 1975-м Виктор Петренко отправился отдавать долг родине вооруженные силы Советского Союза. На протяжении 2 лет с первого и до последнего дня служил в Чехословакии в артиллерийских войсках в отделении разведки. После возвращения из армии первым рабочим местом Виктора Михайловича стал Гомельский радиозавод, а через 1,5 года строительный трест номер 14. Устроившись 24 марта 1979 года. И по сей день продолжаю эту трудовую карьеру. Никуда не уходил. Попал я первые дни в училище. 34-е, там работали наши. И бригадир мне, Досов Леонид, дал мастерок, молоток, шнур и поставил такую стеночку, перегородка. И до обеда не подходил ко мне. Перед обедом подошел и сказал, себя, говорит, будет каменщик. Все. Вот это я прекрасно его помню, слова, конечно. Ну, так и остался, прожился. Уже несколько лет Виктор Михайлович пенсионер по возрасту, но, несмотря на это, он по-прежнему в строю и продолжает усердно работать. На протяжении 43 лет своего трудового стажа в строительном тресте номер 14 Виктор Михайлович участвовал в возведении современного города над Сожем. На его глазах вырастали кирпичные дома, высотные и одноэтажные, для одной и для сотен семей. Отстраивались торговые точки и учреждения образования. Даже бомбоубежище доводилось строить нашему герою. По словам руководства строительного треста, Виктор Михайлович – бесценный работник на всех строительных объектах. За время работы Виктор Михайлович проявил себя как грамотный специалист, добросовестный работник. Любое порученное ему дело он выполняет точно и в срок, наилучшим образом. Нет ни одного социально значимого объекта в городе, на котором бы Виктор Михайлович не внес свою лепту. Супруга Нина Георгиевна родила Виктору Михайловичу 2 дочерей – Викторию и Инну. Одна из них живет в Гомеле, другая – в Минске. Дочки подарили родителям внука и 3 внучек. Вот эта дружная и крепкая семья и составляет счастье и объект для любования Виктора Михайловича. Для них он преподаст еще не один урок простой житейской науки о том, как оставить след в жизни и не наследить. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели.